party. No more. I wanna f, but I'm broken hearted. Cry, cry, cry. Better like the party. No more. I wanna f, 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 but I'm broken hearted. Cry, cry, cry. Better like the party. No more. I wanna. But I'm broken hearted. Cry, 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 but I like to party. No more. I wanna f- but I'm broken hearted. Cry, 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 but I like to party. Пошли вы всем в задницу! Неблагодарные сукины дети! Критикуете, критикуете, критикуете! Надоело! Больше не просите меня ни о чем! Вот такая вот я мразь. Не оправдала твои ожидания. Чувак, не грусти. Плак-плак, но не дотягиваешь. Не проканали понты. Ой, мы не сходимся характерами. Включи уведомления в приложении Twitter. Вы слышали этот акцент? Она мне просто открыла Твиттер. Короче, Сири, в жопу иди. Я просто хочу помочь. О, мне теперь грустно стало. Нет. Вот такая вот я мразь. Я сиди. И как он тебе? Он вежливый. Скотина рыжая. Сильный. Умный. Опасный. Если ты выключишься, я тебя убью, понятно? Ты чё, аферист? Чёрт, но желание поесть всё заглушает в моей жизни. Стыд и позор. Слушай, а ты случайно не Мари? Друг! Если он будет здесь стоять. Ну сразу достать тарелку, чтобы потом не... Да ты чё падаешь-то? Вообще, любой человек вправе сам решать, что ему интересно, чем ему интересно заниматься. И я ненавижу, у меня сами, у самого родители так делают, вот это вот. Найди себе девочку, будь тебе готовить. Зачем, вот, почему должна быть какая-то причина? Почему бы, например, не сказать, найди любовь в всей своей жизни, с которой ты состаришься и умрёшь в одном гробу? Обязательно нужно добавлять какой-то функционал. Девушка готова. Тебя готовила, чтобы тебя убирала. В общем, вы поняли мою мысль. Поэтому, когда в очередной раз мама или бабушка говорит мне найти кого-то там, чтобы мне кто-то там готовил, во-первых, я могу сам это сделать. Вы должны за это поставить 1 000 000 лайков. Убедились? На самом деле, если так задуматься, то в наше время без интернета никуда не деться. Интернет реально стал обыденной вещью, такой как, например, еда. И некоторые, кстати, заменяют настоящее общение на виртуальное. И нет, я сейчас не говорю, боже, уберите, отключите этот ужас! Я просто хочу сказать, что и не стоит забывать про реальных людей, окружающих вас. Хотя, честно говоря, интернет это очень хорошая площадка для... знакомств. Да что тут уж говорить, если бы не интернет, я бы здесь с вами сейчас не разговаривал.